Спортивные кричалки и лозунги, слова поддержки и бурные эмоции. Площадь у театрального катка превратилась в настоящую фан-зону. Теперь сюда можно прийти, чтобы поболеть за российских спортсменов, которые представляют нашу страну на Олимпиаде в Пекине. Большие экраны в 5 муниципалитетах Подмосковья установили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Химки стали центральной площадкой. Наш каток является самым лучшим в своем виде, в котором он сейчас есть в Московской области, поэтому является центральной площадкой. Программа у нас обширная, то есть трансляции уже начались, сейчас начинаются интерактивные программы для детей, для взрослых. Ну, придут, мы приглашаем всех желающих, кто может, кто хочет заниматься физической культурой и спортом и одновременно болеть за наших спортсменов. Фан-зона у театрального катка – это возможность совместить приятное с полезным, поболеть за наших и в то же время самому заняться спортом. Более того, такая площадка для болельщиков позволяет соблюдать все необходимые меры безопасности, которые сейчас так важны – улицы, свежий воздух, социальная дистанция. Проверить готовность фан-зоны пришли депутаты городского совета Юлия Ишкова, Валентин Герасимов, Алексей Федоров и Николай Кашников. Болеем вместе, болеем дружно, это не призыв сидеть дома на карантине, а это девиз болеть за членов сборной России на Олимпийских играх в Пекине. И, конечно же, наши эмоции, наше желание, чтобы они победили, они это почувствуют и прибавят им это сил. Для детей, уверены депутаты местного совета, просмотр спортивных трансляций из Пекина и вовсе может стать поводом заняться спортом. Если не профессионально, то хотя бы на уровне любителя. Можно в прямом эфире наблюдать за тем, какие сейчас проводятся соревнования, и вообще познакомиться с составом нашей сборной. Трансляции на экране в фан-зоне будут идти ежедневно на протяжении всего периода Олимпийских игр. Прийти сюда можно в любое удобное время.